Дальше сильное появление аллергии – это анафилактические шоки, естественно, вызывают это уже угрозы жизни и здоровью. К более мелким таким нарушениям это дисбактериоз пищеварительного тракта. Ну, как бы все знают, то, что если кто-то пропьет антибиотик, у него там потом будут нарушения в кишечнике. И самая большая такая проблема, по которой сейчас бьют тревогу, это антибиотикорезистентность. То есть получается, такое повышенное использование антибиотиков, оно вызывает... что получается, бактерии, они приспосабливаются к этим антибиотикам, и даже простые такие заболевания, как пневмония, циститы, которые раньше лечились обычными антибиотиками первого ряда, сейчас они вызываются такими бактериями, которые уже устойчивы именно к этим микроорганизмам. Ну, вот именно к этим... Все эти вакцины, как говорится, приспосабливаются к микроорганизмам. Да, да, антибиотик не лечит это заболевание. Он на него не действует, они к нему приспособились, он на них не действует. Вот.